Зинины мамы болят почки, поэтому она грустна. И подпись ставлю. Главный собачий фильм директор Фокс. Микки. В исполнении Татьяны Булановой, трио «Реликт», Геннадия Заволокина, ансамбля «Частушка», Сергея Рогожина, трио «Рита» звучали песни на стихи Николая. Управление, в которой отмечал, что ему в грубой форме предписывали увольнение. Центрального банка на большие выходные евро 90 рублей 79 копеек, доллар 73,88. Дорожное радио. Вместе в пути. Новости на Дорожном. Paitsi että välillä täälläkin läkähdyttää ja ehkä ilmastonmuutos järjestää meillekin pysyvän välimerellisen lämmön. Aikanaan 1700-luvun alussa myös kehittämätöntä ja uudenlaista. Упала ранняя звезда, в полях прохлада, плывет паром, поет вода. О чем-то рядом, и там, где светится река, у тихой рощи соединяет берега седой паромщик. Разлук так много. Я думаю, что это пошло с самого, наверное, детства, с самых первых шагов, наверное, когда зачислили нас в «Спартак». Сразу какая-то группа такая своя образовалась, где мы, наверное, с первого класса и до последнего проходили вместе какие-то этапы, росли вместе, переживали вместе, радовались вместе. Вот, поэтому я думаю, что эта дружба, наверное, как мы встретились, так она и появилась. А были моменты конкуренции или, наоборот, всегда поддерживали только друг друга? Нет, мы всегда поддерживали, у нас такого не было, мы всегда переживали друг за друга. Одному больно, больно и всем. Владимир, сейчас представим, что тети Люды нет у нас в студии, как будто бы она не слышит, да? Расскажите, да, пожалуйста, нам, вот как со стороны друга, какая его мама со спортивной жизнью? Если вот так говорить, что, если бы я про себя сказал, что это вторая родная мама, потому что она была с нами, как говорится, печали. Она очень помогала, очень поддерживала всем. Были случаи, когда мы Thank you.
дело пахнет судом. Каждый сидит. Юмор-ФМ. Шутки. Возле пивзавода была задержана банда ракоторгов. И песни. В Германии, когда всех подряд могут называть и делают как-то очень специфически, вы знаете, собираются ковид-диссиденты, обязательно покажут какого-то известного неонациста в узких кругах. И начинают рассказывать, вот смотрите, с кем вы имеете дело. Вот это система. Система. И... Я же помню эту историю, может быть, наши слушатели не помнят, в далеком, видишь, я старенький уже, в 91-м году. Наша тема просто освещает, когда это было, и она
Сталинской площади, Шишинская площадь, противники Пугачева, сторонники демократов, против Источники здоровья. Рекламно-информационная программа. Азбука 2020 года. Главные слова в жизни Петра. В свою очередь, член парламента от партии «Зеленых» Кристин Каппорт-Гонт. Второй результат показал для них 3 сотников. Отставание от лидера гонки составило 1 минуту 8 секунд. Следом финишировал и Антона Шипалова. Андрей Каргинов закончил этап на 6-м месте. Экипаж «МАЗа» под управлением Сергея Лизу. Свои особенности национальной рыбалки. Интересно. There's no such thing as too much, as too much. Sometimes say the word and I'll make the drive. I'm not afraid of the lonely, no. So meet me at the corner, I'll be waiting for you. I can take that away. Charting. Said a man got something in common, cause trust me, both of their things been barking. If you see him at a drink up parking, do it like Jordan, run up and spark him. My G's been on badness, way before they came out starch like Stalin. And his things all love and hate, cause a lot of men love to hate. A young G done draws and apes, so he's cutting through bricks like the 118.
and I ain't on indirects. This me and I take that personal. How you gassed if a note that's purple? Bet you never got it off white like Virgil. Two man in an angry murk, that's war with a German, Winston Churchill. It's mad when man wanna murk you, but you know you gotta be in by curfew. And I seen a lot of man get pressured. Why? I grew up in Streatham, and teachers were giving man tests. Same time man them were giving out testers. I got paintings giving man stress. Зимой температура может и поведенческих адаптаций на выживание в таких экстремальных условиях. У них отросли под крылышками еще варежки такие маленькие на веревочках. Они, кстати, смешные, они реально как пуховичка. Я нашел, да, они как в шубах, вот эти женщины богатых депутатов, понял? Вот эти депутатши, которые к пенсионерам приходят в дом посмотреть, как у них холодно. В общем, ребят, вы гуглите, смотрите, пчелы прикольные, мы вам рассказывали, разбирайтесь с этим. А мы все, пока. Камеди Радио. A drink I need it now. I want a place with no time. Done with feeling and letting you in. I'm in the room we used to sleep. No, it's my fault we don't speak. Done with feeling and letting you in. All the things that you need
собачья старость. Музыкальная учительница говорит, что у меня чумка. Пац! В одну собаку столько болезней. А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима. Sukulaislapsia, jotka on läheisiä. Muun muassa kummityttö murassa ja надежнее всего, что я знаю, но инженеры моего тела велели мне ходить по земле. Время.
perspektiiviä, ainakaan jos koronaepidemia jatkuu ja talvesta tulee leuto. Janne Toivonen. Vesa-Jan, huoltoasema meillä Etelä-Pohjassa kulkee ruutti. Eli kirkaskan 66. Tankille pysähtyminen oli viime vuonna halvempaa kuin aikoihin, sanoo Jaskari. Kuluttajan näkökulmastahan tämä on ollut äärettömän hyvä. Tapahtumat, joiden keskellä olemme olleet, jotka olemme nähneet, niin nehän ovat historiallisen suuria ja joita olemme saaneet seurata. Угроза схода лавин в районе Норильска остается. Спасатели... Число погибших при сходе лавины под Норильском... философии, урбанистики, саморазвитию, маркетингу и программированию. Здесь же можно купить сувениры и подарки, а прочтенные книги сдать. Из-за высокого риска дальнейшего подстрекательства. Также был установлен рекорд по смертности. Скончалось 1325 человек. Телеканал Sky News привык к мнению экспертов, согласно которому теперь зафиксировано 1,5. На момент перечисления банком средств, учитывая, что проценты даже по рублю вклад